Бросили собаке палочку, она не хочет. Вода холодная. Наше озеро. Качечки плавают. Мальчики, девочки сидят на яйцах. В этом году такая большая вода. Даже озеро вышло из берегу. А вот она парочка сидела. Друзья, я вас приветствую на канале. Всем привет-привет. Вещаю я из города Киева. Из нашего знаменитого озера. Сегодня немного потеплело и нет дождя. Да, все равно скоро будет лето и будет тепло. Все цветет и благоухает. Что значит весна? Смотрите, как красиво. Идешь и радуешься жизни. А утром сегодня были кошмары. Опять. Давно нас не бомбили. Ну, решили немножко нас поуничтожать. Вишенка цветет. Абрикосы отцвели. Вишни тоже отцветают. А кто это здесь хрюкает? Хрюкалка идет, гуляет. Да, где твой хозяин? Мой мальчик пописил. Молодец. Типа ты со мной, да? Видите, дерево прямо пьет воду из озера. Это такая высокая вода, что даже ветки в воде. А что уже говорить про Днепр? На Днепре вообще там затопило все, и кафешки плавают, которые там на берегу построены, и всякие пункты проката. В этом году как никогда. Курочки плывут, курочки. Ветер такой сильный. Микрофона у меня нет. Не приобрела еще. А вот селезень плавает. А эти курочки такие крикливые, так кричат. Требуют, требуют. И здесь тоже дерево. Воду опустилась. А вот уточки впереди, красавицы. Ну, селезни, одна только утка есть. Видно, их тут кормили. Здесь и голуби, ну и воробьи, конечно. Плывет, плывет. Такие интересные, с белыми клювиками. Зимой мы их кормили, их было тут сотни. Куда они все подевались? Неужели все вот это сели на гнезда? Такая курочка маленькая, черненькая. Вот тут селезни ходят себе. Молодцы, никого не боятся. Чё нас бояться? Нас бояться не надо. Пойдемте дальше посмотрим. Там мостик был. Мостик был в воде уже сильно. Может быть, уже вода немного сошла. Он же вытворяет. Ныряет и что-то ищет. Вот так. Стоя на голове. Вот вода прямо сюда пришла.
и снега не было. И откуда такая большая вода? Ну ладно, на реках, да? А на озере откуда? У нас же не было снега. Может, повезет и черепах увидим. Там у нас черепашки живут. Они уже проснулись, уже выползали, грелись на солнышке. А так как сегодня солнышко, я думаю, что они там тоже будут. Ой, утка где забралась на мостик. А, мостик в воде. А утка сверху. О, черепахи сидят. Какие интересные. Здоровые. Там утка, тут черепах. Греется. На это можно смотреть вечно. Ой, какие интересные. Сидят. Не буду подходить ближе, потому что могу испугать. А вот мостик, утонувший. Вот вам и наводнение, и утка сидит. Такое красивенное озеро. Вода зашла сюда тоже. Сидят, греются на солнышке. И утка сидит. Вот такой зоопарк на нашем озере. Красивенный. Еще бы утки сюда приплыли, но они в другом конце озера тусуются. Тут уже какие ирисы выросли. Дождики прошли, и они подросли красивые, коричневые и желтые. Сирень уже начинает распускаться. А вот знаменитые наши кусты. Спирея еще не зацвела. Белая невеста. Но чуть-чуть осталось. Скоро она зацветет. Да, вот-вот распустится. А вот вишенки. Вишенки цветут, красавицы, невесты. И пчелки есть. Природа берет свое. Отцветают тюльпаны, зацветает сирень. Покосили уже травку, дворник покосила. Запах стоит чудовый. Вот наша сирень под домом. Красивая, красивая.
что на маленькой клумбочке есть. Проверим. А, нарциссы. А еще будут цвести поздние. И вот такие смешные тюльпаны. Манюни. Остренькие, красненькие. А это у нас грушка. Цветет. Весна прекрасна. А вишенка уже отцвела. Ну, в том году были вишни. В этом посмотрим. Красота. Красота – страшная сила. Вот так незаметно прогулялась сегодня утром. Так что, друзья, до новых волнующих встреч. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.